начинаем традиционную постматчевую пресс-конференцию. Традиционно начинаем с гостей. Владимир Владимирович, пожалуйста, ваш комментарий по сегодняшней игре. Боевая ничья, можно так сказать. Никто не хотел уступать. Много было борьбы, много было единоборств. Но я думаю, что по итогу, ну, наверное, обидно было бы кому-то проиграть. Потому что, ну, видно, что ребята очень много сил отдали сегодня на поле. Понятно, что есть ошибки, они присутствовали, но есть и положительные моменты, на которые можно обратить внимание, ну и дальше двигаться, совершенствоваться, улучшать. И хотелось, конечно, дальше пополнять свою очковую копилку. Спасибо. Есть ли вопросы? Владимир Владимирович, с чем связано отсутствие Кузьминка и Шевченко в записи команды? Ну, по моим медицинским показателям, они не смогли сегодня на 100% помочь команде, поэтому решили их поберечь, тем более следующий тур пропускаем, чтобы к дальнейшим матчам они уже были в полной боевой готовности и готовы на 100%. Команда за 4 тура пока что идет без побед. Насколько сильно это давит внутри коллектива? Ну, всегда хочется, чтобы победы присутствовали. Мы над этим работаем, стремимся, хотим улучшать свою игру. Если будет качество, я думаю, что победы от нас никуда не денутся. Гомель сейчас пропускает тур. Какие планы у команды на эту ближайшую 2 недели? Сейчас выходные, соберемся, будем работать в Гомеле, проведем между собой двустороннюю игру и уже непосредственно к 30 апреля будем готовиться к энергетику. Спасибо. Спасибо. Вопросов больше нет, когда конференция окончена. Спасибо, что вы внимание.